Вместо банальных лекций – наглядные примеры. На площадке торгового центра сотрудники МЧС инсценировали реальное ЧП. Разгорелся пожар. На его ликвидацию отвели считанные секунды. Сотрудник одной из пожарных частей на глазах горожан укладывается в норматив. Подобные экзамены чувашским огнеборцам устраивают часто. Гостям Дня безопасности предложили и самим залезть в шкуру спасателя. Детей учили правильно одевать противогазы и метко стрелять воду из пожарных шлангов. На площади, как на параде, выставили новейшую технику. Автопарк МЧС пополняется с каждым годом. Недавно приобрели оборудование для водолазов и специальные квадроциклы, чтобы добираться в самые труднодоступные места. Это для того, чтобы искать людей в лесных массивах, потому что грибники, рыбаки, охотники, все равно надо, люди где-то теряются в лесу, часто объявляется розыск, и тогда вот эта техника, конечно, пригодится.